если про секрет, вот как долго прожить, то, ну, во-первых, я никакого секрета не знаю, а потом говорю, я не буду разглашать. Это как-то так вот подошло, и, в общем, я бы сказала, незаметно. В общем, это был воскресный день, я была дома одна. И я слышу, значит, голос, что... Ну, в общем, вот у меня сейчас мурашки начинают прямо по его голосу подниматься. Левитан? Да. Его голос такой, что он пробирает прямо... Но я все равно не поняла полнейшего, ну, важности этого. Перед этим еще были войны. Слух уже носился, потому что американцы-то что-то раньше там сообщили. Дяденька, война кончилась. Утром встали, вот люди незнакомые вот идут, улыбаются вот так и кидаются в объятия. Это была вот, ну, такая радость, что... Ну, радость и с горем вместе, потому что кто-то не вернулся, и довольно-таки много. Но все, вот прямо все люди как родные стали. Вот ты вот его не видел никогда, но тут война кончилась, и он прямо, ну, как-то все вот единым вот жили, вот таким вот. Ну, война – это ужасно. Видеть стало хуже, слышать. Ну, слышать я и так не важнецкий. Но тут вообще было так, что... Ну, заметно вот так я сама... То я прекрасно это экран вижу, тут не вижу. Ну, в общем, вот такое. Больше всего этого боялась. Ну, то есть, вот без этого, ну, не надо жить, а лучше бы вот... Температура была? Была температура. А почему вас не госпитализировали? Не могу сказать. Вы не знаете? Нет. Я только чей-нибудь возьму, то сразу он начинает что-то не то. Вот. Но тем не менее, вот я все, пожалуйста, мне каждый день приходят тут вот сейчас.